Что? Третий нож за выпуск. Третий нож, алё, за выпуск. Нет, бабе, это спот выбери. Ребятушки, всем привет! Это самый важный ролик именно для тебя. Посмотри его от начала и до конца. Здесь кучу промокодов, кучу кейсов, кучу бонусов, где ты можешь подняться на GG стендов. Эта рубрика называется «С нуля до ножа». У меня 0 рублей на балансе, и я вместе с Ивантезом буду поднимать себе нож или, может быть, скин какой-нибудь подороже. Поэтому, братишка, усаживайся поудобнее, ставь лайк, подписывайся на мой канал, ведь нас скоро 600 тысяч, а на 600 тысяч будет стрим 24 часа. И приятного тебе просмотра. И всем привет, дамы и господа! Прямо сейчас в этом ролике мафиозники и Ивантез помогут вам понять... Здравствуйте! Да, помогут вам, как подняться на GG стендов с нуля до целого ножа. Вы смотрите наши стримы с Ваней, да? У Вани тоже есть канал. Он, кстати, тоже на GG-шке играет. Реально? Да, Ваня, прикинь! Ссылочки в описании, подписываемся. Смотрите, в чем суть. Вы можете зайти на любой ролик на моем канале, там в каждом ролике практически есть интеграция GG стендов, да, прирольчики, и у Ванечки там тоже есть прирольчики. И в закрепленном комментарии, также и в этом ролике, есть промокод на барабан бонусов. Или же промокоды на какие-нибудь кейсы. Но бесплатненькие, бесплатненькие кейсики. В этом ролике вы все кейсики эти увидите бесплатненькие, промокодики вам посливаем. Барабанчик тоже будет вам 10 промокодиков. Но самое главное, прямо сейчас ты ставишь лайк, садишься поудобнее и приятного тебе просмотра. А мы погнали. Итак. Я сейчас тоже поудобнее сяду. Давай. Приятного мне просмотра, как дед поднимается. Плюс 35 у нас упало с первого барабана бонуса, плюс 35% депозита. Но! Но мы сегодня не донатим. Да, у нас суть в том, что мы будем с тобой сейчас крутить прям вот барабан, прям ловить случайный скин и ловить там бесплатный кейс. Вот плюс, видишь, плюс 35, 5 упало. Самое ребят, главное крутить барабан и не словить бан. Ну да, 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 не словить бан. Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что обычно вам падает. Я на стримах очень часто... О, 2 предмета в контракт! Вот это хорошо! А что за предмет? А, имба, брат, 12 рублей на халяву. Залутали чисто просто, да. Уже меня, поднимаемся. У меня на стримах бывает такое, что челики, короче, вбивают, прикинь, выбивают 10 тысяч рублей, и я просто потом по ленте вижу, как арканы летят, там, чувак бежит. Блин, просто... кэшбэк! О, кэшбэк, это вообще имбинка. Я вообще я вчера просто люблю. Как раз с этого залутал, с барабана бонусов, с, ну, случайный скин, и мне выпал этот, как его, Avic Sport. AVM Sport за 2200? 200, да. Бля, да? Хорош, брат. Ну, смотри, здесь у нас что падает? Бесплатное открытие кейса. Может упасть бесплатный кейсик. Вот 2 предмета. 35, 50, 60. X2. А подожди, а X2 это что значит? Типа я захочу положить 5000, придет 10? 1000 положил, 2. Ну да, 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 да. X5, это вот X5. То есть 1000 положил, 5 пришло. Нифига, вот это вообще круто. Так, можно вот здесь, смотри, такое каждый раз? Да, можно мне, пожалуйста, сейчас X5? И так и быть, я 100 рублей положу, да? Нет, ну у нас суть ролика в том, что у нас нет денег. Мы чисто с нуля, чисто с Ванечкой поднимаемся. Ну смотри, потом здесь что? Ну тут 200. 300, 500, 10, 1000. Вот, 10 тысяч полностью. 50% на категорию наши сборки. Кэшбэк нам уже упал. 2 дополнительных спина. То есть 2 прокута барабана. Вот как раз, да, угадай. О, угадай ячейку, вообще имба, кстати. Дополнительный спин один. Так, это ты там что делаешь? Вафельку? Вафельку? Вафельку заглотил. Вот, случайный скин имба. Каждый третий открытие кейса, кэшбэк. А подожди, вот же кэшбэк. А, это от депозита, от последнего. А это, короче, от каждого кейса в течение одного часа. И рандомный кейс при выполнении. Ну, слушай, ну имба. Ну, давай смотрим дальше. Кстати, ребят, напишите в комментариях, кто хоть раз собирал все слово. Только про него сказал. Смотри, смотри, имбарь кейс. Каждое третье. Нифига, каждое третье открытие кейса бесплатно. Бесплатненькое открытие кейса. Ну, имба, имба. Ба, братик, и он парк есть. Слушай, мы сейчас на него пойдем, просто там будем идти. Авики бум убивать или перчатки. Каждый третий кейс. Каждый третий кейс бесплатный, ты убиваешь каждый третий кейс. Каждый третий кейс перчатки чисто. Да, да, да. Кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто хоть раз собирал полностью все слово. Я помню, собирал один раз, мне упало 2400. Вань, ты хоть раз собирал слово? Мне одной буквы не хватает. Я собирал слово, но я уже честно не помню, что там падало. Что а, да? Было. О! Ой-ой-ой-ой!
ой-ой-ой! Бай-бай-бай-бай-бай! Фомас, еще раз. 35. Брат, что думаешь? Блин, я вчера третий открыл, но мне кажется, посерединке. Мне кажется, посерединке. Может, посерединке? Давай, давай я глазки закрою, а ты скажешь, что там упало. Давай, я глазки закрыл, братик. Открыл, что там? Ну, нормально. Нормально. Сюда! Фомас Фьюри просто! Прикинь уже! Вот, ребят, прикинь, уже просто 353 рубля. А это мы сколько раз покрутили барабан? Снулины просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У нас еще шесть. А у меня 10 промокодов. То есть я походил. Ну, смотрите, ребят, я у... Ну, мне разработчики промокоды скинули просто типа для ролика. Они, кстати, все рабочие. Вы можете всех покрутить. По острый кэшбэк упал. Имбуречка. Имба. Можете их поактивировать, попробовать. Может, вам что-нибудь тоже упадет. Но по факту вы просто можете, знаете, какую походите классную тему. У блогеров их пособирать. Да, у всех, кто дружит с жестендов, вы можете походить, пособирать. И я только сейчас, знаешь, что понял? А ведь подписчик может взять... Блин, у меня план скам жестендов, брат. Я сейчас могу, его-то рассказать сейчас, серьезно. У меня такой план скам. Ну, только лайк, если поставят. Да. Ну, подписчик, ты сейчас ставишь лайк. Тогда расскажем. Да. Ты сейчас ставишь лайк, я рассказываю план скам, брат. Все, ты готов? Ты поставил лайк, точно? Подписался с колокольчиком? Слушай меня внимательно. Вы сейчас можете зайти с вашего аккаунта, завязать 10 промокодов, завязать барабан бонус 10 раз. Потом вы такие, ага, упало вот это, вот это, вот это. Потом ты берешь просто второй аккаунт, берешь. И также 10 раз, прикинь, его юзаешь. Это же вообще это прям имба. Жестко, это прям жестко. Так, у меня, короче, есть еще промокодик на кейс Ребекка, брат. Слушай, если что, давай, дамы мы и господа. Зарыбэчим. Да, мы сейчас ее зарыбэчим. А Мак Маф. 200 активаций для вас, кто смотрит этот ролик. Имба, ну я тоже применю, конечно же. А что, мне тоже можно? Можешь, да, брат, можешь. Применяй. Битва получается. Битва получается. Пожалуйста, пожалуйста, карбон, карбон. Не, мне упал Юсуф Хамелеон. Ну, кстати, на халяву 22 рубля упало. Ну, если... Подожди, у меня кэшбэк работает, смотри, накоплено. А мне Фомасик Энджер за 40 рублей упал. Серьезно? Нормально. Хорош. Да. Вот поэтому, ребят, напишите в комментариях, кому что с этого промокодика упало. Мы почитаем. Ну и плюс закрепленный комментарий, там будет еще один промокод. Слушай, в этом ролике прям капец промокодов. И в барабан 10 штук, и на Ребекку. И еще там на какой-нибудь кейсик оставлю. Ты видел, кстати, добавили новые All In кейсы? All-in. All-in. Или All-in. All-in или All-in? На все, типа, All-in. All-in. All. Вот так, да? Ну, слушай, неплохие кейсы. Вот так. То есть, с нуля уже 560 рублей. Давай еще раз. Мне кажется, раз не упадет. Вот так вот. Бум. А вам бум. Смотри! Стой! Смотри! Не кривайся мне! Ну, брат, ну это... Что за взломы сайта? Просто мастер, ребят, ну вы же знаете, дедуля уже 2 года. Вот, а нет, подожди, стоп. Подожди, Джиджи Стендову 3 Вафельку года. В честь такого. Вафельку в честь такого. Джиджи Стендову исполнилось 3 года. Деду на канале 3 года будет 25 по-моему, апреля. Деду я, тоже по-моему, исполнилось 3 года. Нет, то 3 года канала, ты запарил. И, по-моему, я где-то, ну, года 2-2,5 уже на Джиджи Стендову. Поэтому, ну, брат, ну, мастер, понимаешь? Здесь сейчас перед вами мастер open case. Это имбулечка. Давай в честь этого сейчас мы кейсик откроем 10 раз, контрактик сделаем и просто заберем сейчас перчатки какие-нибудь там 1020, да, или Кербит Голд выведем и нормально, и раздадим голду. Рабочая. Что рабочая? Схема рабочая. А, схема рабочая. А, кстати, ты мне обещал какую-то схему рассказать, ну-ка расскажи-ка мне. Блин, у меня есть одна, я вчера... Брат, я не хочу контракт делать. Все нормально. Слушай, давай не буду контракт делать, давай продадим лучше. Ну, по факту, смотри, по факту, мы открыли 10 промокодов, мы уже поднялись до ножа. Офигеешь, чуваки, мы уже до ножа поднялись. Не, я, короче, все продам, я хочу Ванину схему. Ваня, рассказывай, давай, ты говоришь, она рабочая. Короче, я вчера сидел на стриме, и мне понравилось, ну, я к тебе заходил, мне понравилось, что ты мультикейсы открываешь. Ага. Я, короче, думаю, ну, подписчики называют там слоты, допустим, там, одно число, другое, третье, пятое, я им говорю, открываю их числа. И потом я думаю, а что если тыкать всегда только в одно число? Ага. Ну, типа, там, рано или поздно ты все равно купишь. Ну, типа, и там я окупался так. Ну, смотри. Ты выбираешь одно число и в него тыкаешь. О, давай, знаешь, что сделаем? Ребят, подписчики, 5 человек из комментариев, которые поставили лайк и подписались, напишите мне число от 1 до 21 из New Year кейса и ваш ID. Я открою 5, давай даже 10, вот так и быть. Для вас не жалко, деду. 10 человек, пишите число, я открою, если упадет что-то очень хорошее, если вы угадаете, где, короче, любой нож или скин дороже 1000 голды, 1000 рублей, положу 100 голды. Вань, нормально? Имба.
Ебать. Слушай, ну ты говоришь, короче, одно и то же надо открывать. Ну, давай шестую я люблю открывать. Смотри, 180. Вот, допустим, это смотри, минус. 180 это минус. Еще открываешь раз. Еще раз 180. О, это плюс. А сейчас будет минус, скорее всего. Открываешь сейчас минус. Минус, да. И да. Но ты сейчас будет еще больше минус, а потом плюс. А ну-ка давай, ну, подожди. Ну, или примерно такой же минус, а потом плюс. Или еще на крайняк раз минус. Ну вот еще раз минус. Три раза минус. Вот уже. Смотри, был плюс, минус и три раза опять минус. Но это нормально. Вот он тебе, понимаешь, он тебя байтит, чтобы ты ушел с этого числа. Ага. А, типа, чтобы я пошел на другой. Ну да, на 2. Да. Ты сейчас как только другое выберешь число. Да что ты будешь делать? Ну просто, ну. Может, брат, число выбрал такое? По-моему, у тебя схема не работает. Подожди, сейчас. Работала вчера. Вчера весь вечер работала. Слушай, может, кэшбэк надо каждый раз забирать? Вот я с двойкой просто именно это. О, 238. Я с двойкой это пробовал. Вот именно попробуй с двойкой. С двойкой. Ну я смотрю, на двойке поставил что-то имбовое. Вот просто там, вот именно, я поэтому всегда двойку пробовал. 566! Вот, видишь, ну, да. То есть работает, да, давай еще раз. 238! Можешь забрать кэшбэк, еще раз. 397! Слушай, брат, мы с тобой тут с нуля не до ножа, а до ТХ, по-моему, ролик записываем. Слушай. Так, сила, это нормально. Давай, знаешь, как назовем ролик? С нуля до того, что мы выпьем, там, не знаю, до ТХ. Давай ТХ или Кирбит Голд. 156. Ну, баланс поправил, баланс выровнял, брат. У нас еще кэшбэк работает, вообще имба. 24. Вот, честно, это, то, что сливает, я говорю, когда сливает, я даже внимания не обращаю. Такое, это нормально, значит, дальше типа купит. Ну, пока что что-то он особо не окупал. 52. Ну, он перестал купать. Ну, не знаю, у меня, короче, было так, что он примерно 2-3 раза меня сливает, а потом больше начинает выдавать. Ну, вот третий раз условно, сейчас слил. Лесенкой примерно. Вот, сейчас поднял. Он сейчас 3 раза слил, один раз поднял. Только еще раз. Ну, да, там примерно так же 48. Было. 3 раза сливает, один раз поднимает. Слушай, а может быть такое, что у нас кэшбэк? Я, кстати, замечаю, вот кэшбэк это имба. Тебе идет 15% от каждого открытия. Но бывает такое, что когда кэшбэк слишком много, он как будто перестает насыпать. Типа, только слышь, чел, у тебя и так тут накопилось. Давай-ка. О, смотри-ка, чармик упал. Блин, нож не падает. Оп. Почему нож не падает? Так, давай еще раз открою и вот, ладно. Давай, пока в минус не даст, не уйдем. Как только даст минус, выйду. Все, выйду. Вот, я предлагаю пойти попробовать сделать контракт и потом апгрейд. Вот что думаешь, статрек или стикеры? Статрек или стикеры? Блин, давай попробуем эту. Кто это хочет? А, ну у нас денег хватает. Давай, сначала 10 статреков, потом 10 стикеров. Потом 10 стикеров, да. И битва против стикеров против статреков. Пока неплохо. Смотри-ка, 553. Еще 5 открою. Подожди. Насыпь. Тут что-то вообще... Да пожалуйста. О, ну тут хорошо. Вот тут вроде тоже нормально, да? Да, 548. Ну пойдет. Откуда он? Ля, я забыл, брат. У нас же с тобой упало с барабана 2 предмета. Да ну, мы просто начали подниматься слишком быстро. Поэтому, ребят, ну тут... Мы сразу просто с малого на большое пошли, поэтому ну такое себе. О, перчатки. 1100. Мы в плюсе. Ну в плюсе, нормально, нормально. Мы потратили, получается, 590. Так, также 10 штук, да, открываем? О, кэшбэк надо еще забирать, забываю. Прикинь, столько видно. Забан упал. Я бы охренел. Так, хэллоуинское что-нибудь. А, ну тут пока... Ну тут не такой уже окуп. Да, тут уже не такой. На стреке было лучше. Да блин, маска, клоун. Смотри, он все. Вот так. Вот всегда, чуваки, в комментариях. А вдруг сейчас этого, так вдруг сейчас контракт именно за этого завезет. Да, думаешь? Ну да, посмотрим. У нас контракт на 738 рублей до 3000. Там было 1100, а тут что? 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 А тут 1050! Ну все равно окуп. Ну окуп, да, у нас плюс идет. На 60 рублей, ну окуп. Давай попробуем быстренько ребеку открыть. Во, имба. Забрать, добавить в контракт. Могу ее? Да, все. Вот я хочу просто убрать эти предметы. Мне кажется, того, что эти предметы здесь. Она сейчас не дает мне нормально, комфортно жить. Аура негативная. Да, ну-ка, чего упало? Это еще и в плюс, слышишь? Так это в плюс. Вообще просто поднимаемся жестко. Я предлагаю, раз такая гулянка пошла, да, мы можем с тобой открыть тайны. Что думаешь? Я за. Я всегда за открытие дорогих кейсов. Все в комментарии пишем ТХ и смотрим, что падает. Давай, якут. Я вчера вообще случайный нож открывал на стриме. Ну, не просто к нам. А именно этот, как его? Хорош! Ну, касается 200. Апгрейд, nice. Апгрейд не делали. На какую сумму думаешь апгрейд сделать? Давай на трешник. На трешник? Чисто на 3 косаря думаешь? Ну вот, 2990. Да. Я думаю, может не дать, братан. Это очень дорого просто. Ну и чё? Пожалуйста!
понимаешь? У меня сегодня два ножа и на балике еще третий нож чисто висит. Ты понимаешь? Мы, короче, три костыря на балансе, еще нож. Короче, если сейчас еще что-то имбовое упадет, это капец. Пацаны, я, может быть, оставлю баланс. Давайте так, если соберем кучу лайков, я оставлю баланс, возьму подписчика и прокачаю его на GG стендов. Это вообще будет имбулечка. Слушай, ты подписчик? Да, я подписчик, покатай меня. Ты прям подписчик? Так, слушай, ну не знаю, можно рискнуть еще раз, и если выпадет, это можно на блин, вывод ну уже. А тут насколько рисковать, я уже не знаю. Насколько ну не знаю, ну на ВМ можно поставить. Или дороже, или дешевле. Ты что думаешь, на пирожок? На пирожок? Можно пирожок, не? А Юспик? На Юспик сильно дороже? Блин, Юспик 29, пацанов, тут 35. Ну давай Авапу, или что, Авапу? Давай Авапу, вот это вот, давай Винтерспорт. Давай. Авапу. АВМ Винтерспорт, ребят, пробуем, смотрим, упадет. Если падает имба, ролик удался у нас. Стой! Прозрали! Лузнула. Вот не делайте, не делайте такие ошибки. Ну давай кнайф откроем. Вдруг нож. О, можно забрать. Кэшбэк забрать. Кэшбэк. Кэшбэк. Стой, пожалуйста, Кирамбит. Старфал, бро, ты что такое? Третий нож за выпуск. Третий нож, алё, за выпуск. Подожди, еще и кэшбэк. А нет, кэшбэка забрал. Не, ну это опять апгрейд. Ну слушай, ну опять получается мы идем на АВМ. Наша задача выбить этот АВМ. Ты сразу, да, может сразу, да, давай попробуем чисто. А давай вот так. Смотри, ну можно вот так. Здесь 795. А, балик чуть подправить. Да, вот так вот, 32%. Что думаешь, пробуем? Пробуем. Или ну его нафиг? Давай пробуй, ты, блин, весь... Ладно, я попробую, но мне кажется... Виноват я буду, да, если не выпадет? Ваня, с тебя печенье. Стой! С тебя вафелька! Все, я жду вафельку себе! Импов, это спорт выбили! С нуля, братан, с нуля! Этот ролик назвать с нуля до Винтерспорт просто. Мы его оставляем, у нас еще 2000 рублей. Слушай, мне сейчас такое предчувствие, что мы с тобой реально Керабит Голд увидим. Вот реально. Так, секундочку. 2000 рублей. 2000 рублей еще у нас есть. Что мы с тобой не открывали? Надо открыть то, что мы не открывали. Давай так, а давай. Мажоров мы открывали? Мажоры мы не открывали. Можно мажора. Давай мажора. Просто мне жалко кэшбэк, что еще идет. Прикинь, мы по факту за 15 блин минут залутали. Что? Я тебе говорю, у меня в глазах потемнело, я думал, все, конца. Я думал, знаешь... Опять вафельку есть. Опять вафельку есть, да? Мне нравится. Сегодня в ролике Ваня станет на килограмм толще, потому что сидит вафельки ест. За каждый дроп из кейса. Ты прикинь, мы за 16 минут подняли с тобой Винтерспорт, брат. Подняли с тобой уже... Да ладно, ну если упадет, я офигею. Ну не упал, хорошо. Брат, 4000 рублей. Ребята, с нуля. Просто промокодики, просто... Вот реально, кто на канал только подписался, вы хотите повторить эту рубрику, просто зайдите на предыдущие ролики. Если что-то вы не поставили лайк, поставьте и почитайте просто комментарии. В каждом ролике в закрепе там есть. Брат, я предлагаю сделать читерский контракт. Как ты сможешь? Читерский контракт с тобой сделаем? Я за. Ты за, да? Давай. Чисто открывая, короче, 10 читеров. О, статрек, пожалуйста. Да блин, статрек, дай что-нибудь. Статрек. Нет, ладно, хорошо. Зато Керамит Голд упал. Да, Керамит Голд. Ну, слушай, да. Если ты читер, я тебя открою. Я тебя открою. Но мы в плюсе даже с этих открываний. Смотри, вот здесь в минусе уже, да? Статрек, умоляю, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, окей, у нас получается 224 рубля. Девчонка, где взяла такие ножки? Какие ножки? Мама дала. Что думаешь, чего пойдет сейчас? У нас контракт на 1052 рубля. Нож. Нож? Нож. Нам какой? Мало ножей. Я думаю, пойдет керамид. Нибудь. Голд. Сколько стоит? 730. О, сынчик. Ну, блин. Ну, это мало, брат. Сынчик. Мы типа в минусе. Окей, у нас еще 3000 рублей, 3,5. Так, я открыл читер, я открыл GG стендов, мы открывали мажора. Киберспортсмена не открывали. Давай киберспортсмен. Уважение. Он может им 9 дать, он может какую-нибудь... О, смотри! Кто киберспортсмен? Ну-ка, ваши звания в комментарии быстро. А лапочка, прикинь, еще В2 бы доехала такая. Так, киберспортивный контракт, брат, надо сделать, по-любому. Я тебе... Ой-ой-ой-ой. Блин, назад бы открутило чуть-чуть. Да, было бы имба. Ну слушай, киберспортивный контракт, давай сделаем. Так, рандом. Let's go. А мне вот интересно, как думаешь, а есть разница в порядке добавления? Или пофиг, как добавляешь? Мне кажется, нет. Я раньше вообще думал, пофиг, что да? Есть в этом мистика какая-то, но мне кажется, вообще пофигу. Пофигу, да? Ребят, напишите в комментариях, как думаете вы, пофигу или не пофигу? Что добавлять, что убирать? Так, у нас с тобой Винтерспорт на запасе. Это, знаешь, это как подушка безопасности. То есть, ну, как бы, либо да, либо нет. Но я предлагаю выпить что-нибудь еще крутое, попробовать.
пробовать. А все любят вот подушку, ну, не безопасности, а подушку переворачивать, чтобы она холодненькая была, вот такая вот. Я за ночь раз 5 переворачиваю, потому что она у меня просто потеет подо мной. Да ладно, смотри, какой фигня упала! Я косарь, смотри, тут пока про подушку говорим. За 800 рублей просто... Ема! Ну все, а ну, во, статрек! А, нет, узу статрек, все. Вот это еще получше, 262 рубля у нас еще идет. Ох, нифига себе, не-не-не, вот так не надо, вот так. Вот сейчас... Сейчас очень большие ставки на то, чтобы реально хорошо дропнуть. Пожалуйста, я хочу оставить баланс, но прокачку подписчика взять. Please. Геометрик? Короче, парни, я не знаю, пишите в комментарии, чтобы открывали вы, а как бы вы воспользовались таким балансом, да, таким шансом. Нам с вами будет интересно почитать. Не забываем, 10 подписчиков, выбираем циферки с одишечкой. И что еще я говорил? Что-то я еще хотел разыграть. О! И подписываемся на Ванечку. Давай подписчикам поможем, выбьем дух или шкуру, я не знаю, с этого, с Джижитрона. О, кстати, чтобы ребят, развалить попроще да, было. На, ух, нифига, упало, слышь, 1000 рублей. Напишите в комментариях, кто на каком месте. По вот этой битве с Джитроном. Мне прям интересно почитать. Статрек, пожалуйста, это решится наши проблемы. Нет. Damn. Это решило бы все наши проблемы. Брат, ну смотри, у нас сейчас может упасть нормально. Так, до 7000! Давай сразу Кирбит Голд поднимем, выведем, раздам голду. Реально. Найс. Nice. Ой-ой-ой-ой, Старфал. Ну слушай, неплохо. Еще сюда просто. Сюда. Так, и что мы тут накопили? 500. Смотри, 300. О, бахаем ему просто. Нифига у чувака токенов 150 тысяч, видал? Он 70 тысяч. Это какой-то жестик. Да, ребят, нам, мне очень интересно. Напишите, кто на каком месте. О, мне тут, по-моему, где-то мой аккаунт должен быть. Он, по-моему, где-то на 60 каком-то месте. 50 какое-то было. 50 какое-то было. Во, вот, мой, вот он мой аккаунт, 57-й. Да. 1000 голды, я себя нашел. А вы себя нашли? Напишите в комментариях. Слушай, братан, я предлагаю, знаешь как, под, так сказать, под кайф. Да, просто один перчаточный, просто бахнуть. Нифига ты, чисто, даже не думаю, просто перчаточный. Да, за 4 костыря выбить перчатки. Ой-ой-ой, эти как его, эти полтора ху или двух ху. 1700, но у нас еще кэшбэк, потом мы еще раз откроем. Потом мы еще раз его сейчас откроем. Самые дорогие-то белые перчатки, он такие бело-бело-желтые. Аутум, да. О, панки это тоже имба, панки это тоже имба. Ребят, панки это хорошо, 2400 рублей. Забрать 3500 на балансе, оставляем 3500 на балансе, идем выводить скин. И дропаем в игру себе. Да, идем выводить скин. И так, вот нам вывели. Скин 45 тысяч голды, да, залутали голдишки с дедулей. Ну, и то упа. Есть моя часть голдишки. В общем, ребят, смотрите, в этом ролике мы наберем на прокачку подписчика. Слушай, а давай вдвоем подписчика прокачаем. Имба. Имба. Поэтому, ребята, лайк, подписка на деда, подписка на Ванечку обязательно. Промокодики все завязали, 3500 рублей я на балансе оставил. И, ну, получается так. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Мафиозник. Мафиозник был Иван туда. Ивантес. Иван, Ваня. Или как я тебя назвал? Не Ваня? Вантус. Все. Всем пока, ребят.